На конкурс дети читают стихи. Величка Алина, 3-й класс, Центр образования номер 51 города Тула. Михаил Юрьевич Лермонтов. Осень. Листья в поле пожелтели и кружатся, и летят. Лишь бору поникшей ель зелень мрачную хранят. Под навесшую скалой уж не любит меж цветов пахарь отдыхать порою от полуденных трудов. Зверь отважный по неволе скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц туск, и поле сквозь туман дышит серебрит.